В Ростове-на-Дону стартовал агропромышленный форум «Юга России» и донская выставка «Интерагромаш». Свою сельхозтехнику на суд фермеров представили региональные дилеры и производители со всей страны. Очень много машин показали и местные заводы-изготовители. Разработки в области растениеводства перед стартом посевной кампании. Техника от отечественных производителей. И альтернативные предложения от дилеров зарубежных машин. За внимание посетителей борются китайские агрегаты и отечественные флагманы, а также немногочисленные европейские представители. Технологии почвообработки, посева и уборки урожая. Каждый найдет для себя что-то интересное. Большое внимание на мероприятии было уделено запчастям, комплектующим и инструментам. Для их демонстрации был выделен отдельный павильон. Напоминаем, что выставка продлится до 1 марта.